Муниципалитеты должны активнее участвовать в реализации приоритетных национальных проектов. Это качественно повысит уровень жизни жителей республики. Об этом заявил глава МРЭЛ Александр Евстифеев на собрании членов Совета муниципальных образований. Все подробности в нашем сюжете. Во Дворце конгрессов собралось более 120 делегатов муниципалитетов со всех районов республики. Задача муниципальных властей в первую очередь заключается в том, чтобы довести до каждого жителя в районе, что национальные проекты – это реальные отремонтированные километры дорог, построенные детские сады и школы, модернизированные больницы, реконструированные дома культуры и многое другое. Надо рассказывать об этом людям и реально контролировать работу по национальным проектам на своей территории, призвал участников встречи глава МРЭЛ. Он также подчеркнул, что на членах Ассоциации Совета муниципальных образований лежит большая ответственность. Люди ждут, что местные власти будут внимательными, искренними в общении с населением, энергичными и последовательными в отстаивании интересов граждан. Местное самоуправление – особый, самый близкий к каждому жителю уровень власти. Именно к вам в первую очередь идут люди со своими вопросами и проблемами. Слаженная, последовательная, конструктивная работа местных органов власти принципиально важна для республики. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий и обеспечение порядка в сфере ЖКХ. Координация этой работы, уважаемые коллеги, обобщение опыта и есть одна из основных задач функционирования Совета муниципальных образований. Местное самоуправление должно совершенствоваться, а межмуниципальные связи укрепляться. Также глава республики предложил сделать совет площадкой для широких общественных дискуссий, где можно обсуждать самые актуальные вопросы местного самоуправления. В частности, относительно недавно в законодательстве появилась норма, позволяющая вводить новый вид муниципальных образований в регионе – муниципальные округа. Поэтому на площадке совета можно начинать экспертное и общественное обсуждение перспективности движения по данному направлению для нашей республики, подчеркнул Александр Евстифеев. А в завершении работы члены ассоциации обсудили ряд организационных вопросов.